сильнее ВИЧ, гепатита и гриппа. По оценкам экспертов, более четверти населения земного шара имеют латентное течение туберкулеза. Грозит ли России аутсайдерство и когда применяют принудительное лечение? Узнаем из программы «Звоните доктору». Доктор ответит на все ваши вопросы. Смотрите 4 апреля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.